В Нелюбинском районе продолжается подготовка к празднованию 40-летия. На сегодняшний день выполнен ремонт дорог во всех населенных пунктах, а также на межпоселковых дорожных сетях. Об этом сообщили на расширенном заседании во главе с вице-премьером Якутии Игорем Никифоровым по подготовке к 40-летию района. Также до начала сентября будут выполнены работы по благоустройству детских игровых и спортивных площадок, обустройство скверов и установка памятника Черяеву в Нелюбинском парке культуры. Добавим, в этом году начнется строительство культурного центра в селе Иенгра.